здравствуйте! В эфире передача «Мейден Самара» и, как обычно, с вами я, Анастасия Лихачева. Друзья, ну что ж, приехали мы в гости к Елене Челноковой. Леночка, привет! Добрый день. Рада тебя вновь видеть. Сегодня у нас с тобой что-то совершенно, я так понимаю, новое, необычное. Ни разу такого мастер-класса точно не было. Друзья, смотрим внимательно, запоминаем, записываем. Леночка, рассказывайте, что мы с вами будем делать. Сегодня мы сделаем визитницу. Вот. Наши блоки, они готовы, куда вставляется визит. На 80 визиточек, 10 листов. Будем делать ее из крафт-бумаги и картона переплетного в 1 мм толщиной. Будет у нас кармашки, будут кармашки в визитнице для записочек и для визиток. Вот одну сторону уже я сделала. Внутренняя сторона с кармашком для визиточек и наружная закрывающаяся сторона. Она у нас будет на кольцах, то есть можно будет вытащить, добавить блок визиток еще один. В общем, как кому нравится. Начнем? Приступим, давай. Приступим. Да. Вот это будет наша обложка. Мы начнем с тонировки. Есть такие замечательные чернила «Дистресс». Они как бы имеют такую структуру состаривание краев. Мы будем состаривать край. Есть всевозможные губочки различные, но я пользуюсь обычным спонжем. Дешево и сердито. Точно. На заметку мастерам. Состариваем краешек нашей бумаги. Сначала чуть-чуть идем прям практически ровно, да, перпендикулярно. То есть закрываем вот этот вот краешек. Пока у нас чернила яркие, мы их только набрали, поэтому они очень такие яркие и насыщенные. Далее мы будем пробовать в глубину. Вот сейчас затонируем два края. А в глубину нужно спонжик немножечко вот под таким углом положить. И точно такими же мазками мы наносим, но гораздо легче эти мазки нужно делать, чтобы у нас не сильно чернила разошлись. То есть и делаем вот это все со всеми краями. Попробуешь? Давай, да. Получается как всегда, такой трясущимися ручонками. Получается, да, ой, такой. Не слишком ли я размашисто? Да нет, нормально, нормально. Как будто бумага получается такая вот состаренная, благородная, старая, со временем. Вот вроде мелочь, да, вот из таких мелочей, да, из этих мелочей складывается, да, вся эта красота. Так вот смотришь и не поймешь, да, наверное, с чего это все? Тот, кто не знает, тот, кто не общается вот с этими всеми штучками, тот, конечно, и не угадает. Ну, мы сейчас все секреты раскроем. Или почти все. Ну, не жалко. Закончили мы тонировать, теперь немножко объясню, что здесь у нас такое. Здесь у нас кармашек для небольших записочек. Бывает так, что нужно записать что-то. Вот. Кармашек я заранее прошила на машинке, заранее затонировала. Вот. Крепится он на двусторонний объемный скотч, чтобы было пространство, чтобы достаточно такую, не два листочка засунуть. Вот. Как бы наша заготовка готова. Здесь еще будет вот такой вот небольшой кармашек. Но это больше для красоты, чем для функциональности. Теперь нам нужно наш для декора всякие штучки обработать краской кракле. Вот такие вещи продаются, называется чипборд. Тоже в магазинах для скрапа, скраббукинга. Но их можно сделать сами, поскольку здесь все под прямым углом, линиями. Вот на таком коврике при помощи железной линейки и макетного ножа мы их вырезаем. Здесь они затонированы теми же самыми дистресс-чернилами. Теперь мы их покрасим, придадим ей еще им более старенький вид. Для этого мы возьмем вот какую-нибудь подложечку, положим вот пинцетик либо шило. Вот наша такая кракле называется, которая дает вот такие вот трещинки. Краска здесь у меня прозрачная, поскольку как бы сам фон тон уже нанесен. Чтобы покрасить и не придерживать руками, лучше взять какой-то инструмент с таким точечным кончиком. Мы его будем придерживать и наносить красочку.
в зависимости от того, сколько наносится краски, трещины проявляются либо больше, либо меньше. Угу. Я такой средний вариант люблю. Наносим красочку таким достаточно плотненьким слоем. Потом переступаем и докрашиваем. Попробую вторую стрелочку. Далее наша задача обклеить картон специальной бумагой и наклеить все желаемые детали нашей визитницы. Для красоты и прочности прострачиваем края. Ну вот, мы прошили, все ниточки завязали. Получилась у нас вот такая вот заготовочка. Теперь мы должны закрыть наши уголки железными вот такими уголочками, чтобы книжечка, правда, подольше наша послужила. Многие проклеивают их, но я не клею, они достаточно хорошо держатся без клея. Целое искусство их прикрыть. Берем вот такие маленькие плоскогубчики и с одной стороны чуть-чуть поджимаем. Чуть-чуть, потому что вторую сторону нам тоже вывести надо будет. Вот, и тихонечку, чтобы не оставлять больших следов, потом вот в плоскости целый мы нажимаем. Также с этой стороны. К декору нашей обложечки. Стрелочки наши высохли, покрылись такой паутинкой старины, сеточка такая в морщиночках получилась, вот, придают такой свой эффект. Сюда мы расположим объемные такие объекты, тоже приклеим их на клей. Располагаться у нас будет все это вот так. Используем изображение часиков. Они хорошо здесь будут смотреться. Как бы визитница это все-таки для делового человека. А деловому человеку время дорого. Вот. Леночка, и... пардон, ты вот это все из бумаги нарезала или где-то это уже готово? Да, было? Сейчас я вам расскажу. Вот эти вот элементы я сначала поставила штампик. Вот такой, он у меня уже на оснастке. И дыроколом, есть дыроколы различных кругов, побольше, поменьше, вырезала этот штампик. Будем его использовать в качестве декора. Вот эти часики, существуют пластины для тиснения. Сначала я протеснила, потом губочкой на ровной поверхности я нанесла сверху дистресс чернила, и они у нас оттенили только вот стрелочки и все выпуклые элементы. И потом аккуратно ножничками я обрезала, вот вырезала вот такой кружок. Получились у нас часики. Вот. Это просто распечатано на принтере шрифтом, который нравится. Да? В данном случае это старая печатная машинка шрифт. Думаю, его многие любят, мастера знают. Вот. Ну и стрелочки, о стрелочках мы уже говорили. Теперь нам нужно это все скомпоновать, сгруппировать. Предварительно все необходимо расположить так, как вам нравится, а уж потом приклеивать. Теперь мы дополним наш декор небольшим ярким пятнышком. Из репса мы вырезаем вот такие ленточки, отрезаем и флажком обрезаем конечки. Немножечко их припаливаем, прям чуть-чуть. И это будет у нас выглядеть вот так. Будет достаточно яркое пятнышко. Сейчас мы их приклеим. Представляем нашу ленточку. Где она у нас будет заканчиваться? Значит, придерживаем и наносим клей. Тоже совсем немного. Загибаем. Если клея получаются излишки, ничего страшного, он прозрачен и видно это не будет.
Сколько у нас клеится? Один. Мы приклеим еще один. Теперь для декора мы установим вот такие вот братики. Угу. Будет выглядеть это вот так. Угу. Как бы ленточка будет иметь такой законченный вариант. Сейчас мы для этого должны взять шило, угу, и наметить наши дырочки. Объясню, почему ленточки приклеены неровно. Здесь меньше, здесь больше. Угу. Мы протыкаем дырочку, вставляем братц. Крепеж братца с этой стороны видно, поэтому делаем ленточку больше, и она закрывает наш крепеж. Намечаем место, чтобы в серединочке ставим, да, чтобы братик был как бы посередине ленточки, поскольку ленточка очень узкая. Угу. Делаем достаточно широкую дырку для ножек братца. То же самое проделываем везде. Теперь мы подберем цвет наших братцев. Здесь мы использовали желтенькие, потому что он как бы более сочетается с белым цветом серебристым. Братик устанавливается вот так. У него очень длинные ножки, и нам его можно обрезать, чтобы он не был таким длинным. Угу. Сначала мы его вставим. Вставляем ножками, чтобы разгибались они по горизонтали. То есть мы его вставили, перевернули. И смотрим, как идет разгиб. Угу. Теперь мы берем шильцы, ну или другой, может быть, есть острый предмет, и немножечко отгибаем. Угу. Уводим одну в эту сторону, другую в эту. И с достаточным нажимом, либо это можно делать ножничками на столе, да, распрямляем его. Здесь нам обрезать не придется, поскольку ленточка у нас здесь длинная и закроет. Так, теперь попробуем. Давай, да. Я тоже попробовала установить один братц. Нам осталось доработать финальные штрихи, и вот наша визитница готова. Мы закончили нашу работу. Мне хотелось бы сделать небольшой подарочек. Этот блокнотик, в котором принимала участие, можно сказать, три мастера. Основу его, тканевую обложечку, делала замечательный мастер Елена Полухина, моя подруга. Я делала декор, но душу свою здесь вложил мой ребенок. Ой, Лен, спасибо большое. Спасибо всем участникам. Вообще прелесть. У меня практически поле чудес уже. Скоро будет они передача. Очень приятно, очень красиво. Я думаю, все сегодня ушли с подарками. Ну, прелесть. Лен, спасибо тебе огромное за мастер-класс, за фантастические вообще вещи, за талант. Спасибо большое. Всегда рада поделиться своими знаниями, опытом. Спасибо. Дорогие друзья, ну, нам пора прощаться. С вами была программа «Made in Samara». Я Анастасия Лихачева. Увидимся совсем скоро. Счастливо.